В ближайшие два дня в четырех российских регионах прогнозируется подтопление из-за сильных дождей. Об этом предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В южных районах Забайкальского края Республики Бурятия возможен выход воды на поймы рек. Подтопление низменных мест обещают и в отдельных районах Красноярского края. В Амурской области также сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности. В связи с этим там также возможен выход рек из берегов.